Интерактивную новогоднюю карту запустили в Нижнем Новгороде. На карте, которая размещена на сайте городской администрации, отмечены катки, елочные комплексы и праздничные базары. Кликнув на значок, можно увидеть адрес площадки, а в случае с новогодними базарами еще и время их работы и ассортимент продукции. В основном это живые ели, игрушки, сувениры и сладости. Центры новогодних и рождественских гуляний будут открыты в каждом районе областного центра. В Автозаводском районе это территория парка, в Канавино парк имени 1 мая, в Ленинском районе площадка около кинотеатра «Россия», а в Московском – площадь у Дворца спорта «Юность». Главная елка Нижегородского района на днях зажгла огни на площади Горького. В Приокском районе новогодний праздник состоится в парке Швейцарии на остановке улица Медицинская. В Советском районе на площади Советской, а в Сормове – в Сормовском парке. Главными городскими праздничными площадками станут площадь Минина и Пожарского, где можно будет полюбоваться на самую большую хвойную красавицу Нижнего Новгорода, и улица Рождественская, там расположится бесплатный каток. Также для нижегородцев будут работать 23 предновогодних базара и 87 катков в парках, на территории спортивных комплексов, во дворах школ и внутри жилых микрорайонов.